Ребята, находимся в Meme Drive. И у нас сегодня будет такой тест. У нас есть разрушенный мост. И через этот разрушенный мост мы будем на своих машинках пробовать его перепрыгнуть. Именно вот эту вот щель, да, огромное такое пространство. Ну что ж, давайте будем тестировать тачки наши. Первый у нас едет. Это будет полицейский. Полицейский Джордж. И сейчас посмотрим, как мы сможем быстренько доехать. Сможем ли он перепрыгнуть через мост. Разгоняемся. Очень-очень хорошо разгоняемся. Давай-давай-давай, взлетаем-взлетаем. Есть! Да, ребята, мы перепрыгнули мост. Но, к сожалению, наш полицейский Джордж попал в аварию. Да, машинка немножечко разбилась. К сожалению. Но, хотя, может быть, мы сможем эту машинку восстановить. Но это не точно. Следующая машинка наша, она такая, как бы сказать, прототип, тестирующая. Так, фары включаются? Пока нет. Так, ну есть зато звоночек. Она еще пока не окрашена. Мы ее тестируем. Сможем. Ну да, очень мощно. Очень мощная тачка. Так, попробуем, попробуем, попробуем. Давай, 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 взлетаем. Есть! Перепрыгнули. Перепрыгнули мост. И у нас самое главное... чтоб тачка была целой. Да. Упали прямо на крышу. Ну что ж, в принципе, хорошо машинка справилась. Поэтому мы ставим ей зачет. Следующий наш автомобильчик. Это милиция МЛС. 78. А сейчас будет немножко тяжелее, потому что на этот раз машинка, у нее двигатель не особо мощный, конечно. Сейчас посмотрим, сможет ли она перепрыгнуть через мост. Так, ускоряемся. Я максимально ускоряюсь, не знаю, получится или нет. Так, вот наш прыжочек. Давай, давай, давай. О, нет! Не долетела машинка. И в смятку. Как-то так. Колесики, все. Вся машинка у нас разбилась. Ладненько. Полицейский автомобиль. Типа гоночного. Типа гоночной машинки у нас. Так, посмотрим, сможем ли мы на ней теперь перепрыгнуть через мост. Но скорость приличная. Опа, нет, она там подпрыгивает, ё-моё. Перепрыгнули. Перепрыгнули, замечательно. Но машинка наша... Нет, только не под... Не... Да ё-моё, падаем в пропасть. Да, я думал, машинка более-менее будет живая. Мы бы ее смогли бы отреставрировать или еще что-то нибудь. И она упала, к сожалению. О, нет, если она упадет в пропасть прям, то, скорее всего, ее вытаскивать оттуда не будут. Потому что это очень затратно. Тем более, она еще и у нас загорелась в конце. Да. Так, ну, у нас выезжает на нашу такую арену Монстр Трак. Поехали. Разгоняемся. Нам нужно, главное, разогнаться. Монстр Трак вообще огромный. Ой-ой-ой, куда-то я. Чуть в кувет не заехал. Разгоняемся. Мы должны на Монстр Траке проехать это. Аккуратненько едем. Офигеть, какие большие колеса. О, нет! Блин, я не въехал в поворот. Ладно. Короче, мы разбились. Да, что и следовало ожидать. Ну, ничего страшного. Давайте мы прогоним еще раз. Теперь я не буду стараться, не буду отвлекаться. Аккуратненько будем ехать. Теперь мы точно должны все проехать это место. А куда-то клонит его, да? Вправо, блин, да, влево, то есть.
Тихо, тихо, только аккуратно. Давай, 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 давай. Поехали, пожалуйста, пожалуйста, проедь. Да, еще чуть-чуть, чуть-чуть. О, нет, все. Бедный монстр-трак. Мы на нем не смогли перепрыгнуть через мост. Да нет. Ну как так-то? Теперь давай аккуратненько сейчас буду ехать. Не буду слишком ускоряться. А ускоряться буду уже как к мосту буду подъезжать. И тогда мы перепрыгнем. Ой, такие большие колеса. Это какой-то даже минус у монстр-трака. Все, поехали. Вот здесь он немножко подпрыгивает, да. Короче, нет, нет, не получилось у нас, ребята. У нас, к сожалению, не получилось на монстр-траке. Ладно, сейчас попробуем на другой машинке. Ну что ж, давай. Джордж полицейский отправляется у нас покорять этот мост. Что ж, давайте второй раз попробуем. Разгоняемся. Хорошо, давай. Под 100 км в час мы едем. И получится ли у нас у Джорджа или нет? Сейчас мы посмотрим. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Давай, давай. Есть! Есть, хорошо. Перепрыгнули мы мост. Но, к сожалению, машинка наша повреждена. Конкретно причем. Ну ладно. В принципе, ну хотя я вижу колесики. А нет, колесики тоже у нас не очень такие целые получились. Ну ладно. Интересно, я хотел попробовать проехать на тракторе. О нет, трактор что-то очень медленный. Но если мы, конечно, постараемся сильно разогнаться, что навряд ли получится у нас. Да нет, трактор. Дядя Вася на тракторе, конечно, хочет поучаствовать в таком тесте. Но я говорю ему, что у тебя ничего не получится. Он говорит, у меня крутой трактор какой-то. К700, там, кейс. Ну, не знаю. Сейчас попробуем. Получится ли... Да ё-моё, у тебя скоростей очень мало. А ты на максимальной скорости едешь, что ли, Юра? Тебе на мост тяжело забраться. Куда ты в соревновании-то захотел участвовать? Но дядя Вася говорит, я хочу попробовать на своем супер-тракторе новеньком. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Как вы думаете, сможет он проехать, нет? Перепрыгнуть. Ну, давай, давай, разгоняйся, разгоняйся, дядя Вася. О, дядя Вася. Капец. Не получилось у тебя, бедолашка. Ну все. Трактор новенький. Летит в пропасть. Он стоит больших денег. Да, мы прямо в ущелье падаем с вами. Ну, бедолашка, дядя Вася. Ой-о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 й. Все, смотри. Трактор в смятку. Просто-напросто. Просто-напросто в смятку. Давайте подъедем, посмотрим. Да нет, все же, дядя Вася, ты что? Трактор свой угробил, к сожалению. Да, вот такое вот падение было у нас. А высоко, слушай, лететь. Очень-очень высоко. Ну что ж, вот так вот мы поиграли, ребята. Ставьте лайки, если понравилось. И не забудьте подписаться на канал. Всем пока-пока.